друзья, всем привет. Ну что, настал этот день, когда мы едем узнавать, что у нас же было в конвертике. Или мальчик, или девочка. Мы очень волнуемся. Если я не знаю, честно, как я волнуюсь за тебя, как всегда, потому что он волнуется так. Я ему предлагаю валерьянку. У меня в пальчике ты сушишь. Взяла ли ты с собой на шатырь, потому что это настолько волнительно. На УЗИ не было так волнительно. И поэтому он такой, видите, никакой. Короче, вы сейчас ничего не знаете, и мы ничего не знаем. Но буквально через полчаса да. Мы будем все знать. Мы приехали, как всегда, рано, но я ему говорю, давай мы уже поедем, потому что легче мы там посидим. Дома невозможно было, да? Все дни. Поленька готова. С нами игрушечка. И мы приехали в студию к нашему фотографу. Вот, может быть, вы знаете Алиса Ермолаева. В городе ее все знают. Но если вы не знаете, я оставлю все ссылки. Как всегда, все полезные ссылочки у нас внизу будут на контакты фотографа. Мне очень нравится, что у Алисы студия своя. И мне нравится, что когда каждый праздник у нее меняется студия, просто преображается, согласись. Да. У нее она настолько часто преображается. Каждый праздник новая обстановка. Это очень круто, я считаю. Так что мы сейчас пойдем туда. Так что, если бы Алиса нам не предложила... Мы даже не знаем, что там будет, потому что Алиса нам готовит сюрприз. Алиса готовит нам полный сюрприз. Хочет как, все это пофотографировать. Как там будет, что там будет, мы не знаем. И мы сейчас пойдем. Мы все увидим скоро. И вы все увидите. И мы сейчас все узнаем. Капец! Ребята, вам не передать. Полин, кто у нас будет? Братик или сестричка? Пачка. Братика, правильно, молодец. Короче, ребята, сейчас все будут... Давай, мама. Ты их так сделай.
Почему? А, ну да. Вот так. Подожди, сейчас. Мне когда скажут. А нет, там воды на всякий случай. Подожди, сейчас я посмотрю сразу точно, что было. Нет. Блин, может не надо. Может подождем так это. Ну что? Давай смотри. Ты уверена, да? Давай. Даже ты его куда-то там, чтобы не меня. Просто раз, два. Давайте уже. Ну давай, давай. Давай, все. Ты крепко делаешь? Раз, два. Наконец-то у меня сын будет. Это тоже... 99%. 100% будет летом. Да, но я уверен. И, блин, это вообще так классно, прикольно. Все больше ждут твоих эмоций. Да, у меня аж слезы на глазах были. Я доволен, я вообще... Кто знал, что будет сын, ставьте пальчики вверх. Да, сейчас будет рекордное количество лайков, потому что это будет самое крутое видео в жизни твоей. Сейчас мы едем радовать всех наших бабушек и дедушек по очереди, всем писать сообщения. И потом быстро домой монтировать видео, не терпится поделиться радостью и с вами тоже. Друзья, привет! Мы уже дома после нашей замечательной фотосессии. И по дороге домой мы заехали к родственникам, к бабушке и дедушке. Ну, к Йонам, и к моим. Мы в фотосессии забрали все эти лепесточки голубого цвета, то есть сердечки. Вот. И при входе нам открывали дверь, и мы сразу же этими лепесточками кидались. И сразу было всем понятно, кто у нас будет. Ой, я до сих пор под впечатлением, не знаю, как Анастасия, но мне до сих пор не верится, что наконец-то это будет. Да. Ну, не, на самом деле, я не хотела ему говорить. Он меня все время спрашивал. Настя, ну ты как мама, ты как беременная женщина, должна чувствовать, ощущать, кто там у тебя будет. А я не хотела говорить ему о своих ощущениях все 5 месяцев. Я не говорила ему, что мне снилось, чтобы как-то его не настраивать, потому что это же не точно, да, это же всего лишь сон, и свои ощущения я могла путать с желанием, например, да, и я ему не говорила. Но, кстати, большое спасибо нашему фотографу Алисе, потому что у нее это была ее идея, и идея вот такая. И если вы в положении, если вы не знаете пол ребенка, воспользуйтесь такой возможностью сделать все вот так, запоминающе. Это такие, да, впечатления. Эмоции это... такие, они до сих пор переполняют, потому что когда ты идешь на УЗИ, вроде даже это не то, когда ты неделю ждешь, готовишься. К этому дню как-то особенно. Да, вы вот не можете представить, как у меня вчера вот волновался. Сегодня у меня утро вообще мандраж был такой. Он говорит, давай валерьянку. Я такой, блин, а если розовые? А вдруг голубые? А если розовые, вдруг голубые? Вчера мне пишет, не, Настя, давай, ладно, пускай будет еще одна девочка. Они у нас такие классные. Ну, в общем, на то мы порешали. Так что, ребята, спасибо, что разделили с нами это замечательное событие, эту новость. И мы надеемся, что вы будете за нас искренне рады.
потому что мы очень сейчас рады. Да, и еще я хочу сказать, что у нас видео идет на телефон, потому что у нас вот не всего сегодня просто не работает камера, просто. Да, она сегодня целую такой ночь, важный день. Целую ночь стояли батарейки на подзарядке, вставили батарейки в камеру, и бац, пишет, что камера не работает. В общем, нам нужна новая камера, что-то с нашей камерой не то, и если она и дальше не будет работать, то пока мы будем снимать это на телефон. Я не знаю, что делать, да, правда. Так что, ребята, спасибо вам, спасибо, что вы с нами, что вы нас поддерживаете, что вы посмотрели. И ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, если вы за нас очень рады. Да зачем тебе пальчик вверх уже? Потому что они синенького цвета всегда. Ты думаешь? Ладно, ребята. Сейчас мы вам покажем фотографии с фотосессии. Сразу после. Не выключайтесь.